Катер. Санкаран-Труа. Санкаран-Троа. Санкаран 143-я. La future proche. Qu'est-ce que c'est le futur proche? Ну. Я тебе говорила. Le futur proche. Це майбутній. Да. А який я не розумію. Я не помню. Прош, ближайший. Да, найближче майбутнє. Так, да. Le futur proche, и его еще называют futur immédiat. Второе, le futur proche, le futur immédiat. А это самое, то есть ближайшее будущее. Ага. И оно образуется от глагола «алей». Инфинитива. Да, например, я сейчас прочитаю текст. Так. Глагол «алей». Я сейчас прочитаю текст. Це виходить же. Так, Забыла глагол «алей», да? Так. Але. Так. Я иду в школу. Ж. Живе. Ну да. Так, точно. Вот. Значить, живе лір ле текст. Живелирлю текст, да. И я сейчас отвечу на вопросы. Я сейчас отвечу на вопросы. Да. Живе рапондер. Че не рапонд. Репондер, правильно ты сказал Рапондер все. о костюм. Хорошо, совершенно правильно. Сейчас мы пойдем гулять. Сейчас мы пойдем гулять. Allons, nous, Нет, мы, нет, мы. nous allons faire. Нет, как faire le promenade, можно сказать, да. А еще глагол прогуливаться, как это? Возвратный, кстати, глагол. Se promener. Да? А, nous allons promener. А это прогуливать кого-то. А А если ми будемо прогулювати себе. себя, то тогда надо сказать ну променей, ну залем, ну променей. То есть про себя прогуливать. Ну, окей, Это ну заново не спромене. ну променей, но это возвратный глагол. Ти помнишь возвратные глаголы? Не Не дуже. очень, да? Давай вспоминаем. Так. Ну, нам самое простое. Меня зовут. Меня зовут. Же. Ну что? Там. Капец. Капец, да. Меня зовут Женя. Точно, вспомнил. Уже мапель. Ну вот именно. Дальше. Тебя зовут. Тютапель. Дальше. Его зовут. Его зовут Иль. Ильсапель. Конечно. А теперь нас зовут. Пионерами. Ильсапелон. А, нет. Нузапелон. Ну-ну. Нузапелон. Да, вас зовут. Вову Ву-ву. запелен. Запелей.
Да, И они их зовут? вон их не зовут, вони самі приходять. Ну да. Да. Иль Сапель. Да, Илель Сапель. Хорошо. А теперь глагол субхоменей. Я гуляю. Субхоменей. Я гуляю. Je se promène. Нет. Ну, je m'appelle. Откуда у нас «мэ» появилось? А, точно. Это местоимение «мэ». Так, давай еще раз. Je me promène. Je me promène. Да, je me promène. Ты прогуливаешься. Tu te promènes. Он прогуливается. Il se promène. Il se Совершенно promène. Верно. Все правильно. Il se promène. А мы прогуливаемся в парке. Мы гуляем nous, в парке. Nous nous promène. Нет. Окончанием. Nous nous se promène. Nous nous promène. Nous nous promène. Ну. Ну. Шо. Дальше? Нет. Что значит нет? А, неправильное окончание сказал. А, точно. Ну-ну промену. То-то же. А теперь вы гуляете там. Ву-ву промене. Ну вот, молодец. Илель промен. Промен. Так, какое тебе еще глагол? А, отдыхать. Как будет? Тоже возвратный глагол. Отдыхать. Угу. Це... Репоз? Ну, это... Во-первых, ты сказал не инфинитив. А, не репоз. Почему не репозе? Репозе, да. Но это возвратный глагол. А який надо? А что значит возвратный глагол? Ну вот субхоменей. Ну вот эта частичка надо там. Да, значит се репозе. Точно, се репозе. Все, давай, Женя, сам придумай предложение. Я отдыхаю, ну да, я уже сразу же на помощь бегу. Я отдыхаю после школы. Je me repose. Je me repose после школы. Je me repose après l'école. Замечательно. Ты отдыхаешь по вечерам. По вечерам. Tu te reposes вечером. Dans le soir. Не, просто без артикля. Tu te reposes. Да. А дальше. Он отдыхает утром. Он отдыхает утром. Да. После ночной работы. Il se repose le matin. Le matin. Так. Мы отдыхаем в... Где мы отдыхаем? На море. Мы отдыхаем на море. Угу. Nous nous reposons sur la mer. À la mer. À la mer. À la mer. Sur, это... Sur это на поверхности где-то. Мы же не на поверхности, правда? Мы где-то около моря. À la mer. Мы там да, десь под морем. Под морем. Туда нельзя сейчас подойти, там эти бомбы, не, как это, как их называют, мины, мины. Так, хорошо. Вы отдыхаете на верхней платформе на Эйфелевой башне. Вы отдыхаете на верхней платформе Эйфелевой башни? Да. Окей, ву-ву,
Репозе. Замечательно. На платформе. А ля платформ Эйфелевой башни. де ла тур Эйфель. И какие были сомнения? Никаких. Чего ты смеешься? Все правильно ты говоришь. И мы куда-то ушли от Le futur proche или futur immédiat, да? Чтось мы туда ушли, кудась. Куда-то мы ушли. Так, это у нас глагол там le verbe voir. Так? В рамочке, видишь? 143 страница. Да, 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 бачу. Да, хорошо, давай это самое, уже в негативной форме. Je veux ne voir pas. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir. То есть, как ты меняется в... Ага. Как переведешь? Je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir. Я... Сейчас не увижу. Я сейчас не увижу, да. Да. Дальше. Читай просто. Tu vas voir. Il est long, va voir. Nous allons voir. Vous allez voir. Il est long, voir. Ну, это аффирматив. La forme аффирматив. Аффирматив. Что значит la forme аффирматив? La forme affirmative. Ага. Утвердительная. А яка це? Аффирматив. Как по-украински сказать? Стверджувальна. Стверджувальна форма. Да, стверджувальна форма. La forme affirmative. Affirmative. То есть я сейчас увижу, je vais voir. Они сейчас увидят. Ils vont, elles vont voir. А как ты скажешь, они сейчас ничего не увидят? Они сейчас ничего не увидят. Там ниже идет, это la forme négative, вторая рамочка. Или третья она уже. Окей. Третья. Ну, читай сначала. Ils ne vont pas voir. Elle ne vont pas voir, да. Они сейчас ничего не увидят. Ага, тогда, когда у нас есть rien, надо ли нам ставить па? Rien. Угу. Вроде надо. Вроде не надо. Да не надо. Тогда не надо. Давай. Надо. Они сейчас, не, они сейчас ничего не увидят. Не увидят. Они сейчас ничего не увидят. Да. Па не надо, вместо него ставим рьем. Il ne rien voit. Elle ne... Так, они не увидят. Где у нас это последнее? Они не увидят. Сейчас, да. Ils ne vont pas voir. Так, мы заменяем слово pas словом rien. Ils ne vont rien voir. Да, они сейчас ничего не увидят. И я сейчас ничего не услышу. Я сейчас ничего не услышу. Как это слушать? Слушать. Ментнан вроде. Не, ментнан это сейчас. А нас... Не, не. Écoutez et entendre. Écoutez et entendre. Entendre, да. Я сейчас не услышу. Je ne n'entendre. Нет, je ne entendre rien. Так, давай, я не первое
третьей форме, в третьей рамочке прочитай. Я сейчас не увижу. Je ne veux pas voir. Так, je ne veux pas voir. Я сейчас не услышу. Je ne veux pas entendre. Так, а теперь ты сейчас должен сказать, я сейчас ничего не услышу. Je ne veux rien entendre. Entendre, все. Je ne veux rien entendre. Хорошо. Упражнение третье. Третье. Mets les mots dans le bon ordre pour composer deux phrases. Exemple. À son ami elle écrit un message va ukrainienne. Il va écrire un message à son ami ukrainienne. Так. Хорошо. И как ты переведешь это предложение? Так, она написала сообщение ее украинской подруге. Так, где у нас тут предикат сказуемое? Сказуемое. Присудок. Присудок. Вона. Не, это... А, це підмет, да. Вона да. Написала екрі. А, так, а для чого тут слово «ва» есть? «Ва екрі». «Ва екрір». І як це переводиться? Як це переводиться? Вона... Какая это форма глагола? В будущем напишешь. В ближайшем будущем напишешь. Ну да как перевести? Она сейчас. Да, она сейчас напишет. Она сейчас напишет сообщение. Хорошо, значит, она сейчас напишет. Следующее предложение. Так. Demain historique. Venons voir le moment à l'un de Paris. Так. Ну, значит, demain. А деман історик, це воно в одному? Ні, там це саме чорточка. Там кома тільки. Хорошо. Деман, це що таке? Деман. Завтра. Дальше. Історик. Історичний день. Да. Наверное. Множественное число. Історичне, да? Історичне. Дальше. Ну. Ми видеть. Так, le monument. Le monument. Достопримечательности. Чи, пам'ятники. 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 Да. Да. Allons. 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 Какой тут какой опять будет предикат? Ну за прислин. Ну за лен. Ну я забыл, что такое лен. Ален, так. Мы только что этот самый глагол алей спрягали с глаголом вуар. В верхней рамочке, в средней рамочке. Давай снова к ней возвращаемся. Так, средняя je рамочка. Je vais voir. Глагол aller. А, с глаголом... Je vais. Так, je vais.
Все до конца. Je vais voir. Je vais voir. Переводи. Я увижу. Ну как? Сейчас увижу. В ближайшее время. В ближайшее время. Дальше. Так, чувава, ты увидишь сейчас. Дальше. Ильвова, он сейчас увидит. Дальше форма. Глагола ли. Nous allons voir. Nous allons voir. Мы сейчас увидим. Дальше. Vous allez voir. Вы сейчас увидите. И ils, elles vont voir. Вы сейчас увидите. Они. Они сейчас, да. А тут у нас в нашем предложении нету слова, у нас есть слово demain. Есть demain, но немає voir. Как это у нас нет voir? А, є. Так как будет составлено предложение? Ближайшее будущее. Так, ну, demain, nous allons voir le moment de Paris. А историк? Le monument historique de Paris. Ну, тут же. И переведи теперь правильно это предложение. Это ближайшее будущее, завтра, значит. Завтра они сейчас увидят. Нет, уже сейчас, раз у нас есть demain конкретно, сейчас не надо будет говорить это. Значит, завтра они увидят исторические памятники Франции. Парижа. Хорошо. Да, Париж. Так. Так, je vais mes vacances Paris visiter pendant. Угу. Так, je vais mes vacances pendant. Так, значит. Je vais visiter Paris pendant mes vacances. Совершенно верно. И тут уже мы можем перевести не сейчас, а скоро. Я скоро посещу Париж во время отпуска. Каникул, отпуск. Да. Où tu vas pendant tes vacances? Où tu vas aller pendant tes vacances? Pendant les vacances? Pendant tes vacances. Où tu vas aller? Où tu me vas aller? Où tu vas aller? Да, куда ты поедешь? Où tu vas aller pendant tes vacances? Никуда. Хорошо, дальше. Третье предложение. Третье. Mes venir vont amis chez moi. Угу. Ага. Mes amis vont venir chez moi. Замечательно. Переведи. Так. Мои друзья. Так, venir. Сейчас и або скоро придут ко мне. Замечательно. Очень хорошо. Дальше. Так. Partir grand-parents
Вон ты, Анна Карена. Так. Ты вон партии грам пара на экран. Так, ты это что такое? Ты, твоих. Твои. Кто? Грампаран. Да. Дальше. Так, значит, ты грампаран вот Мартия Нкен. Да, все правильно. Переводи. Так, раз. Ты грампаран вон Мартия Нкен. Значит, твои бабушка и дедушка Скоро. скоро партии Квартир. уезжают в Украину. Все правильно. Молодец. Дальше. Ничего сложного. Так. Олеже о се синема сварве. Так. Ага. Се суар же ве але о синема. Все правильно. И перевод. Этим вечером, Можно сказать, сегодня вечером. да, сегодня вечером я пойду в кино. Замечательно. Дальше. Дальше du espoir cet après-midi je fais. Ага, cet après-midi je vais faire du sport. Cet après-midi, je vais faire du sport. Сегодня днем. После обеда. Сегодня после обеда я собираюсь заниматься спортом. Замечательно, все правильно. Но ты, значит, понял, как будет фитюр и медиа. Да? Да. Да. Хорошо. А вот теперь упражнение четвертое. Фитюр прош. Фитюр проще. Écrire le message au futur proche. Хорошо. Example. Pauline visite Kiev. Kiev. Pauline va visiter Kiev. Киев, Kiev. Дарина. Ага. Je prends deux photos. Да. Это что? Переводи. Je prends deux photos. Я делаю фотографии. Я фотографирую. Да, я фотографирую. А теперь я сейчас сфотографирую. Я сейчас фотографирую. Je vais prendre des photos. Да, раундер. Да? Prendre. Да, дальше. Так. Nous achetons deux souvenirs. Так. Так. Мы покупаем сувениры. Так. Ходить надо. Мы сейчас купим сувениры. Nous allons acheter deux souvenirs. Все правильно. Так.
Je suis contente. Je suis contente. Я счастливый. Я веселый. Довольный. Я довольный. Нет. А тут какой род? Женский или мужской род? Контанты. Женский. Женский. Так. И как ты скажешь? Ну, я сейчас буду счастлива, довольна. Я сейчас буду счастлив. Да. Я куплю эти самые сувениры, и я буду довольна. Так, это вот надо. Je vais être content. Все правильно, дальше. Так. Michel est courageux. Как это перевести? Courageux. Кураж, типа, я не знаю, что. Кураже, храбрый, да. Так он сейчас будет храбрый, да? Смешно. Ну, прохрабреет. Похрабрее, да. Новое слово хорошее. Да. А с чего он похрабреет-то? Ну, наклюкается чуть-чуть и похрабрее. Ой, не говори. Так бывает, да. Так. Мишель ва. Это куражо. Ну, ладно. Эля де бон сувенир. Сразу же ставь. Эля де бон сувенир. Elle va avoir de bons souvenirs. Тут в данном случае сувенир, воспоминания. У нее будут хорошие воспоминания. Дальше. Так. Зои. Че Зои? Зоя, Зоя. Зоя адмира ле пейзаж. Зоя ва адмир, не адмире, адмире ле пейзаж. Так. И вы дессине ле портрет. Ле портрет. Ле портрет. Vous allez dessiner le portrait. Le portrait, bon, c'est très bien. Так, какое тебе задание дать? Написать 10 предложений в futur proche. Пишем задание. Сегодня 15, да? Я не знаю. Я думала, что сегодня 16-е, но сегодня 15-е, да? Сегодня 15-е, да. Я вообще сегодня забыла, что понедельник. Я думала, что сегодня вторник, и я еле успела на урок. Представляешь? Совсем Бывает. Запуталась. Бывает, да. Совсем запуталась. Так. ДЗ. Так, 10 предложений. Вы в каком? Фитюр прош. Фитюр прош. Фитюр прош. Так, хорошо. Ну, тогда пассе и медиа будет потом. Сразу все не будем в один флакон. Так, хорошо. У нас еще есть пара минут? Да, 10 минут. Замечательно.
Это 144-я страничка. Ну, тут тебе все знакомое, да? Мэуи. Мэуи. Лёликси, капрон. Лёликси. Клефранс. Ленор. Лёст. Лёзу. Нет, Луэст. Луэст. И Лест. Луэст и Лест. Лёзу. Лёзу. Ой. Так. Но ты не забываешь это или тоже, как некоторые, путаешь, где запад, восток, север? Где воно, я не путаю, я просто забываю, как оно называется. Ну, надо учить, хорошо. Ну, но вы... а по-украински ты не забываешь, как оно называется и где оно находится? Нет. Но надо выучить по-французски и по-немецки. Там, в принципе... Близко, нет, там ост и де вест. Я так. Тільки в сьомом класі запомнив, де захід, де схід. Ну, это ничего страшного, потому что, ну, многие так путают, все, это все не считается. Некоторые до старости не могут сообразить, где запад, где восток. Север-юг как-то... у тебя барометра нет случайно? Барометра. На дощ показывает что-нибудь? У меня есть прогноз погоды. Ну, прогноз погоды у меня тоже есть. И что там показывает? Барометра у меня нема. Облачно. И все? А дождя? А дождя сейчас уже есть прогнозик. Мне надо, чтобы был дождь. Ну, не знаю, у нас в области разница. А что тут у нас по прямой вообще? Если по прямой, 2 часа, наверное, на машине. Даже меньше, может быть. Ну, у меня опады не наблюдаются. Очень жаль. Ну ладно, все, поехали дальше. Окей, так. La France a une superficie de... 549 000. Санк Санкрафт Санк Сан 49 миль километр квадрат каре. Километр каре. Записываем. Километр каре. Километр каре. Километр каре. Так. Есть une population de 58. Хорошо. 58 миллион дебютан. Только связка этюн тут не делается. Союз э никогда не бывает связки ни с каким словом. Э просто и все. Э ин популяцион. Э ин популяцион де... Да. Не-не-не, учи, потому что это ДЗ будет... Да, потому что тут небольшой текстик, ты его тоже будешь запоминать. Хорошо. Да. Ну, дальше. Предо 10. Ди. Près de 10 millions de personnes habitent Paris. Poro. Da. La capitale. La capitale. Da. Plus de 100 nationalités. 100. De 100. Plus de 100 nationalités. Nationalités différentes vivant
Vivant and Paris. Нет, нет, нет. Vive. Vive. En Vive France. Vive en France. Более 100 национальностей, различных национальностей, живут во Франции. Ага. Так. Le drapeau français. Le drapeau français a trois couleurs. Le bleu, le blanc et le rouge. C на конце не читается. Le blanc. Le blanc et le rouge. Так. Les coqs. Le. Le coq est un emblème français. Все правильно. Прочитал дальше. Так. En France, il y a 22 régions. Да, но почему-то я... Откуда я взяла, что 18? Это не я взяла, это, наверное, исправляла учительница, которой принадлежала эта книжка. Я вообще можно... 21 насчитал тут. Ты уже насчитал, да? Ну, я тут 21 тики насчитал. 3, 4, 5, 10. Ну, это надо посмотреть опять в Википедии. Так, Женя. Да? Тебе дописывай ДЗ. Это... И у меня время выходит. Еще дописать что? Выучить про Францию, местоположение, потом флаг, эмблема, население, площадь, города. Все. Ага. Хорошо. Значит, 44-я страница. Записал. Так, все, ля лисон фини. А, я хотела спросить, какой тебе